Привет всем, друзья! Мы продолжаем карьеру The Washington Capitals. Сегодня у нас матч с Флоридой. Флориду мы выигрывали уже, поэтому больших сложностей для нас, мне кажется, эта команда не составит. Тем более у нее всего лишь 10 побед. Поэтому можно будет даже немножечко расслабиться. Мы опять на пятое место опустились, потому что кое-кто побеждает и побеждает. Это Питтсбург, конечно же. Питтсбург у нас тащит и тащит. Поехали. Уехали, поехали. Начинаем матч. Ну же, давай, загрузочка быстрее. Фух. Помним, как мы закончили предыдущий матч с Флоридой. Там счет был 8 какой-то там. Потому что вратарь совершенно не ловил девятки. Все шайбы были забиты в девятины. Но постараемся в этом матче показать тот же уровень, что и был тогда. Малкин проигрывает сбрасывание у нас, как обычно, в общем. Ничего нового в этом нет. Малкин проиграл вбрасывание. И мы с вами получаем атаку на наши ворота. Ну вот и опять вбрасывание. И снова Малкин проигрывает. Ну что же это такое-то, Женя? Когда же ты научишься выигрывать вбрасывание? Ой, Овечкин вовремя. Ну, здесь опасно, конечно, было. Но справились. Александр. На раскаточку. Альзнер. Саня вставляет пятую точку. Ух. Ух. Бросок. Лунго. Ну, вроде бы тогда другой вратарь стоял. Честно, не знаю кто. Не помню. Но сейчас он спокойно забирает шайбу в ловушку. Орлов. Ух, сколько же бросков сейчас поймал на себя Лунгу. Пока ему удается все держать на уровне. Ну что, в атаку у нас защитники поскакали. За ворота. Отдаю передачу, бросок! Лайк! Лайк! Подоспел сюда на пятачок. Получил шайбу и в ближний уголочек отправил. Не успел Лонго сместиться, как Брукс уже поразил его ворота. Смотрим повтор. Вроде с неудобной руки Лайк бросал, хотя... Да, с неудобной руки Лайк бросил. Хоть ему было и на перо. Хоть и на перо легла шайба ровненько. Он решил все-таки на неудобную брать. Фехар. Ё-моё, Фехар. Ну, конечно же. Надо вот эти вот информацию-то отключать. Потому что она очень сильно смущает. Ух, как красиво-то разыграно, а? Кузнецов. Фехар. Лэнди. Или кто это? У нас этот вот защитник, девятый номер. Я никак не могу запомнить, кто это. Чуть сейчас не было шестерых полевых игроков у нас. Вот как вовремя. Девятый номер. Да, это Лэнди. Передача на Вилсона. Вилсон. Дигл. Альзнер. Как сейчас Альзнер-то увел за собой? Орпик. Клюшка. Клюшка ломается. Вилсон. Бигл. Айзнер. Потерял он контроль над шайбой и атака на наши ворота. Бросок.
Хелен. Хорошо. Йоханссон, там Овечкин. Овечкин уже ждет. Овечкин! Сашка, Сашка Овечкин. Сашка Овечкин пытался в ближний угол резко бросить. Где же у нас Малкин-то? Ой, как вовремя там на смену-то пошли. А вот и Малкин. Александр Овечкин. Овечкин! Подбор, бросок еще будет? Нет. Не успевает, не успевают наши игроки. Но первый тайм пока 1-0. Ну что, перебросаем мы полностью Флориду. И сейчас Малкин посмотрим, какой бы результат будет сейчас. И снова он проигрывает сбрасывание. Да что ж такое-то? Евгений, соберись. Евгений Малкин. Удаляется-то как не вовремя-то, а? Снова проигрываем бросание. Да что ж такое? Ух ты, ничего себе! Вот это капитан команды Флориды дал. Вот это он выкатил, вот это он бросил. Кэмпбелл. Спасибо, скажем, Евгению Малкину. Ну и, конечно же, Холдби, который сейчас ближний угол совершенно не закрывал. Кузнецов. Побьет ли он рекорд Евгения Малкина? Нет, не побивает он рекорд Евгения Малкина. Орлов. Вовремя передача. Неточная передача. Ух ты. Химера. Ох, Вилсон хотел отдать передачу на пятак, но нет. Орлов. Орлов борт. О, перекладина. Обманка. Смотрите, как хорошо. Сейчас. Так, Евгений Малкин. Не удаляться. Орлов. Орлов. Где же защитник-то на второй? Овечкин. Ну, здесь он должен сейчас. Малкин! О, воротарь. Вот это вот сейчас, конечно же, Овечкин увел на себя игрока. Йоханссон. Йоханссон. Бросок. Холдби выбросить. Овечкин, Малкин. Ну что, теперь Малкин будет заходить в зону. На Йоханссона. Йоханссон, Овечкину, Овечкин. Надо было в ближний бросать. Овечкин. И снова вратаря, а? Так, фигурное катание. Входим в зону. Малкин. Малкин. Ну там не видел вратарь совершенно. Совершенно не видел этого броска. Смотрим, свой же защитник закрывал его. Евгений Малкин. Смотрим. Давайте делать повтор, другой. И этот повтор тоже нам не поможет, поэтому мы... Ой, редактировать что-то я нажал. Так, повтор. Смотрим. Бросок. Так, как поменять взгляд? Давайте от вратаря хочу. Вот. Ну вот. Евгений Малкин там выкатывается. Здесь приезжает защитник. Вратарь выглядывает. Думает, что все-таки Евгений Малкин выкатывается под бросок, под дальнюю штангу. Смещается, и тут уже шайба залетает в ворота. Посмотрите, как точно Евгений Малкин сейчас бросил. Смотрим. Где же шайба? Вот ее даже не видно. А нет, вратарь-то... вот оно в чем дело-то. Вратарь вот здесь сел на колени, а шайба залетела вот в этот момент.
Вот, смотри, смотрим. Сейчас вот он садится на колени. И вот она шайба. Он же там пролетел, получается. Ну все. То есть защитник сейчас помешал вратарю, и шайба оказалась в воротах. Ну и в гейммалке, конечно, молодец. Но Орпик вовремя там поборолся. Брауэр. Где шайба? Отскакивает она нам. Но косячим тоже мы. Дурачок, он надо было выходить из зоны и брать шайбу уже у скамейки. Ой, Холби хорош. Фехар. Брауэр. По борту. По борту входит. Входит. Нет. Там не прошла передача. Блащиховский опять, я говорю. Да что ж такое-то? Что со мной сегодня? Орпик. Альзнер. Вход в зону не получается. Бэкстрим. Орпик. Защитник все-таки можно бросить. Сила броска имеется. Кузнецов. Айзнер. Защитник покатил. Ворд. Айзнеру! Нет. И посмотрите, что это. Удаление. Брасывание. Булит. Что за передача сейчас была, что там оказался Флетчер? Или кто это? Флетчеран. Не знаю я его, короче, друзья. Да-да, Холби готов. Ну что, Холби? Вся надежда на тебя. И да, он выручает этот момент. Попытался уйти. Другой угол бросить в дальний, но не получилось ничего. Евгений Малкин, давай, побей свой рекорд уже. И он снова проигрывает брасывание. Ой-ой-ой-ой-ой! Фу, 2-1. Ну что, ой-ой-ой. Пока. Пока. Флорида смотрится вполне нормально. Еще 2-1 всего лишь. Выигранное вбрасывание 6-3. Евгений Малкин, давай. Да, Евгений Малкин все-таки выиграв в этой игре вбрасывание. Попытался в дальний бросить. Ой-ой-ой-ой-ой. Слишком много я перенажимал на бросок. Вот это да! Вот как же так-то сейчас? Шайба эта оказалась в воротах. Что делал защитник? Зачем он так прям прижался по льду? Нужно было хотя бы пятую точку приподнять в этот момент. Ну а что сделал Колби? Он даже не сел на колени. Даже не попытался закрыть угол. Ну что, 2-2. Третий период. Для нас третий период это какой-то плохой знак. Ну что ж ты делаешь-то? Четыре на четыре играем. Есть шансы у нас. Мы любим играть 4 на 4. Поэтому нам нужно сейчас забивать. Орлов! Бросок! Ох, Орлову! Пятнадцать минут! Счет 2-2. Кузнецов молодец. Вот сейчас Кузнецовым я рад.
И снова вратарь закрывает угол. Что ж такое-то? Орлов. Так, тихо. Кузнецов между двух. Хорош. Да, Кузнецов. Реализовал свой выход. Счет 2-3. Красавчик. Посмотрим на повтор. Вратарь не попал. Не попал клюшкой по шайбе. Смотрим. Вот он пытается. Но Евгений Кузнецов сделал свое дело. Кеннеди. Кеннеди молодец. Сравнялись мы по выбрасываниям. И вышли вперед. Лэнди! Нет, не получается ничего. Фехер! Еще раз! Бэкстрим, Фехер. Передача. Фехер. Бросок, Фехер! Вашингтон в большинстве. Что там случилось? Давайте посмотрим на повтор. Блокировка, наверное, игрока. Да, блокировка игрока, но... Можно было сейчас дать. Забросить пустой угол все-таки. Ну ладно. Евгений Малкин. Сейчас будем разыгрывать до последнего, если выиграем. Есть, выиграли. Орлов. Бэкстрим. Располагаемся ближе, ребят. Евгений Малкин. Подставлял клюшку. Малкин. Да нет, ну нет же. Сейчас надо входить в зону еще нам. Овечкин. Малкин. Вошли в зону. Ждем. Ждем ошибочки. Евгений. А что там было-то? Я-то думал, что там просто вратарь упал. Там все-таки блокировка была. Атака на вратаря. Да, это моя ошибка сейчас была. Ну ладно. Броски в третьем периоде мы просто перебросали Флориду. Йоханссон. Кузнецов. Все, вошли в зону. Теперь главное нам не ошибаться, потому что мы играем вчетвером. Успеем. Успели. Йоханссон. Йоханссон! Где шайба-то? Ворд. Лэндри. Лэнди. Я его Лэнди буду называть. Мне пофигу. Он для меня Лэнди будет. Как же так оставили? Шайба не за... Шайба не была в воротах. Судья. Шайба сейчас не была в воротах. Смотрим повтор. Александр Барков. Смотрим повтор. Бросок. Успел. Я буду сейчас внимательно смотреть. Затем. Как же все-таки шайба оказалась в воротах. Вот шайба отлетает. Нашего вратаря сносит. Он успевает встать, прыгнуть. Все-таки она была в воротах. Твою ж дивизию. Бедный сейчас Холви. Посмотрите, как он здесь распластался, а? Полет шмеля, блин. Как же судья там увидел эту шайбу? Не понимаю.
6:22. Ой, Холби! Браво! Вилсон. Ну почему четвертое это звено у нас играет? Ну здесь он на коленях был, надо было перебрасывать просто. И все! Ошибка вратаря опять. Опять ошибка вратаря. Зачем он постоянно садится на колени? Тим Кеннеди. Молодец! Он сидел на коленях, и ему спокойно шайба отправилась в уголочек. Ну что, первое звено опять. Альзнер. Йоханссон. Ах, Овечкин мог сейчас отправить в ворота шайбу, если бы успел забрать. Дмитрия Орлова показывают. Его силовые приемы. Но нам это не интересно, потому что нам нужно выигрывать. Мы вырвались по выигранным выбрасыванием, друзья. Снова Малкин прыгает выбрасывание. Ну, слава богу, там ошибка была игрока. 2 минуты до конца. Глазастый судья сегодня мог испортить нам весь матч. Если мы сейчас пропускаем! Колби! Овечкин! Санька! Ух ты, ё-моё! Малкин! Овечкин! Снова теряет шайбу. Устал парень. На смену пора. Нет, не хочет он на смену, он хочет до конца играть. Александр! Ну же! Ну давайте выпустим их из зоны. Все-таки поменялись игроки у нас. Твою ж дивизию! Как сейчас шайба оказалась? Что мы творим, друзья? Что мы сейчас творим? Ну, сейчас ошибка Холби. Полностью ошибка Холби. Не закрыл вообще бросок. Ну, где были, конечно же, защитники? Вот в чем вопрос. Лайк! Орлов! Орлов, брось! Ну что, овертайм, друзья. Овертайм! И малейшая ошибка в овертайме может нам стоить очень-очень много. Нельзя ошибаться. Малкин и Овечкин. Снова Малкин проигрывает. Да что ж такое-то? Есть борт! Есть выход! Малкин! Не проходит ему передача. Овечкин молодец, поборолся. Альзнер! Покажите повторчик. Передача на Альзнер. Альзнер бросает из-под игрока. Прям между ног. Отлично, друзья. Ну что ж, с победой вас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Конечно же, оставляйте свои новости там. И оставляйте комментарии. Всем пока.